всем привет, это... Я уже сбился со счета, какая-то попытка, как видите, я уже начал играть по флоталу второму. Мне уже это, честно говоря, надоело заново начинать. Это не менее шестая попытка. Значит, имя Джека сейчас вкратце. Даже, наверное, не буду останавливать имя, не буду рассказывать во время гонки, чтобы все это нудно не было. Чтобы это все можно сделать как можно быстрее и не париться. Значит, суть этой игры в том, раздолбать тачку противника как можно сильнее, чтобы получить за это как можно больше денег. При сильном столкновении в дерево или куда-то ты можешь вылететь. Дальше. Тут существует еще мини-игры, которые я вам покажу. Первая мини-игра откроется за кубок, который я пройду. В первом кубке всего две миссии. Вы, думаю, это могли заметить, если сейчас внимательно наблюдали. Вот, видите, бац, я с ней всю кучу жизни, за это я получу, по-моему, 200 баксов. Вот, еще один бац. Еще, по-моему, 200 баксов. Сдохни, тварь. Ай, старт. Так, я не буду по 100 раз проходить, перепроходить, точнее. То есть, если мне не удалось там первым или вторым пройти, я не буду нажимать на рестарт карты. Я буду просто продолжать. Играю я не ради денег, я играю ради удовольствия, во-первых, ради того, чтобы у меня не было, чтобы у меня было хорошо здесь, чтобы у меня не было каких-то хорошо ошибок, чтобы у меня все было хорошо. Но партнерка мне нужна, чтобы купить микрофон нормальный, а не через руку снимать. Так что, может быть, кто знает, знающий, если меня посмотрит. Если ему будет не затруднительно, пускай напишет мне, как получить партнер, какие минимальные требования, что лучше для этого сделать. Может, мне вообще не следует этого делать. Нет, я по-любому делать, заниматься лотскими. Теперь по поводу немножечко игры. А в левом нижнем углу у меня находится карта, в которой я ориентируюсь, смотрю, где враги, где повороты и так далее. В правом нижнем углу у меня полный метра и мой спидометр. В левом верхнем углу у меня мои позиции, в правом верхнем углу мой круг. Так, теперь чуть-чуть по поводу игры. Чем больше я наношу урон своим противникам, тем больше я получаю денег. Метро я получаю за подлеты на трамплинах, за уничтожение вот этих вот бордюров, там всякого такого, и, конечно же, за наношение моему противнику урона. Также, по-моему, я в одной из моих неудавшихся серий заметил то, что за дрифт мне тоже дают метро, что, конечно же, лучше проверить, но не на этом раздолбанной тачке. Проверю это где-нибудь уже в следующем. Тут всего три существует: дерби, гонки и суперлига какая-то, я не помню, как она называется. В дерби типовские тачки, типовские карты, загородом по городу. На самом последнем там будет уже как бы на трассах специальных, как бы это выведено. Справа вы видите карты для разных, карту для такого вот. Карта для мини-игр, я вам покажу, вот эту, и следующую пройду, покажу вам одну, вот первую, я в ней очень плохо играю, я честно вам скажу, и поэтому я не буду в ней добиваться каких-то успехов, я где раз в ней сыграю, покажу вам, что это такое, для чего она нужна, а потом уже буду, потом уже сыграю в следующий, пойду в следующий кубок. Серии я, наверное, буду пилить 15 минут. Не уверен, пока не знаю. Возможно, но не уверен. Возможно, я прям так буду заливать. Просто по 4 гонки буду проходить и заливать. Просто финансовое видео, там 20-30 минут будет выходить серия. Но мне кажется, все-таки будет выглядеть лучше 20 минут. Я останавливался где-то на середине. Вот видите, я получил 1000 монет, 2 за бабах и 6 за бац. То есть, видите, то, что это приносит реальные деньги. И еще, во, видали? Значит, лучший разрушитель — это разрушитель карты. Мастер по взрывам — это уничтожение на карте всякого говна навала. То есть, лучший крок — это лучший крок, и бульдозер — это за наношение урона противникам. То есть, этот чувак нанес больше урона противника, чем я. Сейчас я иду во вторую мастерскую. Хотя нет, на хардкоре хочу следующую карту пройти.
Она тоже, как видите, такая вот деревенская. А в следующем кубке первой карты будет моя самая любимая в городе. Я вам покажу, чем она мне нравится. То есть здесь, ну, я вам покажу. Ну, сейчас я начну это рассказывать. То есть, если тут ты едешь прямо, то есть прямо, но может быть ты где-нибудь, то сможешь и проехать в другом месте, то на карте в городе там у тебя будет больше вариантов, куда поехать, где свернуть, как проехать и так далее. Тот чувак использовался моим любимым местом, потом я всегда метро набираю. Ну, в этот раз что-то мало метро набрал. А я ну сейчас в зад вперемся. Пальцы все вижу. Чуть притормозил. Потому что вначале мне нужно. На первом круге, наверное, нужно держаться рядом с ними, наносить ему урон. За это получать денежки, чтобы лучше прокачиваться. Но надеюсь, у меня помню так. Там вот шучку прилетит, я думаю. Так, во втором круге, я думаю, можно еще чуть-чуть вот тут. Так. Все, теперь продолжаем. И уже без остановки, просто не обращая внимания на другие, едем и стараемся нанести им, ну, свести хп. Да, еще под картой вы видите жизнь игрока, которого я врезался. Сколько я ему отнял. Ну, на дерби это будет. Я буду играть в дерби, по-моему, после следующего кубка откроется не мини-игра, а именно дерби. Я вам покажу, что это такое, с чем его едят, и почему мне больше нравится дерби, чем мини-игра. Потому что это весело. Дерби я, наверное, покажу в следующей серии, которую я сейчас же запишу. После того, как поставлю, значит, на рендер. Это, наверное, неправильно называю рендер, это программа, ну, может быть, не знаю, в общем, наверное, фигурирую. Поставлю ее обрабатывать, чтобы было качество лучше, чтобы она весила меньше. Ну, сожму точно. Разжать ее там. Сжимать и разжимать. Не знаю, смотрели я это видео или нет, но там нужно сжимать и разжимать. Вот видите, я вылетел. Нажимать и разжимать свои, типа, свою половую мышцу. Понравился, поржал. Для того, чтобы привлечь мужчин, который вам нравится, что ли? Это так. Да, за выезжание с дороги, конечно же, как и в других гоночках, у вас снижается скорость везде. Так, уже скоро финиш, но я не буду понтоваться. Сейчас просто до финиша доеду. Надеюсь, что доеду. И не вляпаюсь, по-моему, теперь попавшись в дерево. У меня вот бывает еще такое, как подвисание небольшое, притормаживание, то есть я делаю небольшие паузы между фразами из-за того, что я хочу вставить матное слово, но я вспоминаю то, что я решил без мата и не вставляю матное слово. Вот, видите, я получил 900 за то, что у меня 2 золотых медали. Того у меня 3900 и мини-игра. А сейчас я... Ой, какой магазин? Не магазин, мне, значит, начать гонку. Сейчас я покажу вам, что такое... Что за мини-игры мои любимые? Ну, вот это не любимое. То есть набираем тачку. Это тачки не ваши гаражи, то есть они все одинаковые. Суть этой игры, вот суть этой мини-игры в том, вот видите, вы, ну давайте я покажу вам обучение, а сам пока, наверное, расскажу немножечко. Видите, вы справа огонь. Это тоже мини-игра. Цель игры вот этой. Чтобы увеличить угол броса, нажмите. Ага. Тоже для денег. Как видите, здесь мне нужно запустить своего персонажа как можно выше. Изменяя траекторию полета соответствующими клавишами. И как можно выше нужно пролететь. Все, у вас остается 3 попытки. Сделать как можно большую высоту. Ну, вот. Значит, это обучение окончено. И сейчас я попробую повторить то же самое, что сделали на ученике. Ну, я всегда эти бушки сшиваю. Потому что я плохо ложу. Попадаю, вот так и делаю. Как у меня это получилось? Я всего 60 прыгнул. Ладно, пофиг. Сейчас я, как сказал, первый раз проиграю, так сказать. Заметьте, проиграю, не пройду, а проиграю. Не получу за это нифига бабла. Это останусь с носом и...
Так, тут, наверное, небольшой брук получился, потому что у меня почему-то прекратилась запись на... Ну, вы не слишком много пропустили, тут ползу, что небольшой его полет. Надеюсь, немного пропустили вы. Значит, что я это у него просто переиграю на дополнительную запись и смонтирую все. Вот так попробуем его запустить. И я... Всего 101. Ну, в общем, как я и сказал, я в эту мини-игру играть не умею. Ну, заметьте, я 6. И, значит, сейчас я начинаю гонку. Вот так. Вот видите, здесь золото, нифига не это. И одну гоночку сейчас сыграю и, наверное, закончу. Вот это моя карта самая любимая. По сути, здесь очень часто карта повторяется, но у нее некоторые моменты изменения. Почему мне нравится карта именно в городе? Потому что ее можно пройти некоторыми разными путями. То есть, вот видите, некоторые там можно поехать, некоторые вот тут. Но это не слишком большое различие, я вам другие различия покажу чуть дальше. Во-первых, во-вторых, здесь проще получить нитро. Вот, вот видите, там можно проехать, я, наверное, тут проеду. Но я не люблю проезжать. Потому что меня все время тут заносит, я вот туда улетаю. В этот раз у меня все получилось. А что парик сейчас получит по щам. Вот он не получил по щам. Меня занесло. И да, за занос, как вы видите, я получаю нитро. И не получаю. Это будет разница. В этой гонке я не люблю. То есть, вот видите, можно тут проехать безопасным путем. Я же выберу хардкорный путь. Такой полет и резкий поворот вот тут. Главное не прошляпить, а не то вот, ну, вот так вот получится. Вы перевернетесь. И еще мне нравится город тем, что, тут очень много вещей можно разрушить, получить за эту метру и надавать тут весь рядом соперника. Бах. Значит, я проеду путь сейчас на данном, круге. Потом вам покажу другие пути. Я не первый круг закончил, ну ладно. Я первым сначала я не первый круг закончил, но все же. Мне кажется, я забыл прокачать машину. Потом я машину не прокачал. Значит, следующий вот этого я там в прошлый раз повернул. Здесь я там еду. Ой, ты меня опять перевернула. По-моему, за перевернуть мне тоже дали за этот трюк. Нитры. Да. Существует несколько степеней получения бабла за наношение твоему противнику урона. Самый первый и самый дешевый – это нанесенный урон противнику минимальный. Второй – это баба, это наношение противнику большего урона. Третий – это перевертыш, по-моему. То есть, когда твой противник перевертывается благодаря тебе, делаешь его перевертыш. И последний это, по-моему, взрыв. Нет, по-моему, еще какая-то пятая есть, я у нее. Это все посмотрим, как я закончу потом. Так, меня тут занесло немножечко. Третий круг покажу вам. Да, за полет, как видите, больше всего не трогает, но это при хорошем полете. И опять я врезался. Пытался себя обогнать. Ну, уже постараюсь пройти сам красота. Значит, сейчас мы поворачиваем. Вот это вот песня моя самая любимая в этой игре. Я считаю ее самой классной. Возможно, я еще потом приду флотаут в третий, потому что флотаут первый говорят плохой, с плохой графикой. Но также мне говорили то, что в флотаут третий тоже там запороли. В общем, так что неизвестно. Наверное, приграть на что-нибудь другое, возможно, даже в гоночке. И я, наверное, вот там лучше проеду, потому что тут мне больше нравится. Во-первых, я не труп получаю, а во-вторых, занесло. Ложанул. Ну, в общем, тут главное не выпендриваться, как я только что сделал. Ой-ой-ой, конец круга. Я постараюсь выйти, конечно, на первую, но, наверное, все же на серебро будет, если на бронзу. Вот, видите, тут, короче, я срезаю путь, и, возможно, я даже первым приеду. Нет, меня погнали. Я буду вторым, ну ладно, в общем-то, я не слишком огорчен. В общем, на этом я закончу.
Если вам понравилось, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, как всего заработал сотню. Да и тут я только буду. В общем, вы можете подписаться на канал, поставить лайк и ставить свой комментарий. И до скорого.